подготовка к крещению. Сегодня у нас 12 июля. Сегодня будет крещение. И вот братья готовят лодки для операторов, для тех, кто будет вести съемку. Так, теперь надо это. Мир вам! Доброе утро! Доброе утро! Я только собрался к вам ехать. А вы уже приехали. Ермаков Дмитрий. На вторую палатку где такие колышки? Вот, ну это длинные, центральные. Я тебе вчера сказал, колышки где? Нет, вот такие, с мой рост почти, на подбородок. По углам которые. А куда? Я в этой келье смотрел? Ну где же маленький? Нет, келье не смотрел. Вот это маленький. Нет, там есть. Вот, смотри, сейчас, подожди. Ну мы сейчас пойдем и зайдем да туда. Да нет, ты забей, бегай. А то сделать сейчас будем. Если нет, то сделать хочу. Как костер вам? Конечно. Хорошо. Вот главное здесь то, что в бедности научиться жить красиво, интересно и не завидовать никому. Как-то еще, ну, вот правильно Максим сказал, как трудно вот эта вот организация, все это сделать. У меня здесь неприятели такие есть, ну и они судят, все судят, да, а на собой говорят, да. А вот общину образовать очень непросто. Да. А все это. Понимаете, как Иоанн Златоуст говорит, вот я пошел вещик на вещь, потом ногу поранил. Ну что, схватил его за гривок, опрокинул, креолину налил и все. А у человека воля. И он твое самое доброе намерение истолкует по-своему. На мало еще и команда будет против. Вот в этом такая история. Смотри, никто здесь не продувает, Так, надо Володя-то Пащенко где? Там. Там. Надо вызвать. Сейчас мне это Михаил, все надо быстро скачать, мое возьмешь. И зарядить по полной программе зарядить. Потому что да, там провод, страна-то, да? Там лежит на кухне. Угу. Чтобы он только от провода здесь работал. Здесь в храме больше нигде не тратится, только зарядка пошла, чтобы на пирс. Не-не-не, ты не то выкручиваешь. Не то? Верхнюю надо. Накачивайте еще немного. Хотя. Так, мы выключены и вставляем весла. Она их отворачивает. Тогда ну, держать там. Не... Подожди, я подкачу. Повороты разные только делают. Это вот у меня знакомый был директор РТИ, это резинотехнические изделия. Они обшатывали, это видимо трапы разные, когда авария самолета, я не прыгаю. Что хорошее, это он мне все подарил. Ну, однажды я ему решил похвалиться директору. Я говорю, мы так пользуемся аккуратно, только по воскресеньям. Ребятишкам. Он как на меня-то. Все хорошее, хорошее было. Как-то пустился. Да разве можно это, допустим, они каждый день катаются. Да? Да как же это так? Да я разве того дал, чтобы один день только в неделю было. Да? Лежу по кабинету, прямо заходил, недовольный, что-то в это полез, вижу, достает денег. Какие-то плитки шоколадом не давай совать. Да все ребятишкам отдай. Вот, понимаешь, какие люди. А какие он нам палатки заказные делал. Есть там! А? Есть! Ну значит все правильно. Сейчас поедем, возьмем. Сколько их там? Там много. Я 6 возьму на всякий случай. Будь там один заменить надо. А заколачивать топором будете, да? Ну, а колышков да. Хватает? Да, ну мы одну уже поставили. Вот да. Братья поставили уже одну палатку. А можете на себе сейчас нести, чтобы тут не повредить. Да. Ну, на себе это легче, боком повернул и... Подвое возьмете. Так это. Отдельно не знаю. Это можно было. Ну ладно, ладно. Он затолкал. Он затолкал, да. Вот так. Вот три на лодку. Три туда. Показывает, как будто. А-а-а. Правда или нет, может, врет. Как будто побольше.
когда вот эти... Это у нас сосед. Вот этот центральный. Я не знаю, 3 или 4. Один показывает 13, другой 3. Он так постоит, Врут, как всегда. А посмотреть надо. 15 так. Михаил, ты шибко далеко отошел, я тебя не могу захватить. Один насос надо взять будет, вот который длинный, удобный. Это вот свой вот этот. Взять. Пойдет. Так, сейчас по парам берете. Ты как сейчас заходишь, вот у меня лежит. Возьмешь его через плечо, мой аппарат. Так, как пообедаем только, Александр, мы тут придем тогда, что вы хотели поговорить, разведем по нулям.